Всем привет! У нас сегодня в обзоре кастрюля от фирмы Татонко, модель под названием 4001. Давайте теперь немножечко поговорим об этой модели. Татонко 4001 – это легкий набор из нержавеющей стали высокого качества для приготовления пищи, который состоит из кастрюльки объемом 1 литр и сковороды. Для удобства приготовления на внутренней части кастрюли имеется измерительная шкала. Также в данной модели имеется ручка, которая фиксируется, и ее можно закрепить где-нибудь над огнем и спокойно готовить свою пищу. У сковороды имеется складывающаяся ручка, и поэтому ее можно использовать в качестве крышки или миски. Как работает данная ручка? Бегунок отвели вниз, нажали, вставили в отверстие и зафиксировали. Вуаля! Можно спокойно приступать готовить. Такую посуду можно использовать для приготовления кислотосодержащих овощей и фруктов. Набор легко чистить после использования, поэтому он идеально подходит для использования в походных условиях. И не забывайте, огромный выбор продукции фирмы Татонко имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.